русском языке есть три вида окончаний: материально выраженное, нулевое и вообще отсутствие окончания как такового. И, кстати, очень часто путают нулевое и отсутствующее. Разбираться, в принципе, здесь не в чем. Нужно просто посмотреть, изменяется слово, умеет оно это делать или нет. Окно, окна, окну. Вот это вот граница словоизменения и есть наше окончание. Обречен, обречена, обречены. Тоже слово изменяется, но уже немножко по-другому. Здесь будет ноль, и только иногда появляется буквочка. Это нулевое окончание. Гений, гения, гению, тоже нулевое окончание. А вот слова, которые не умеют меняться, это слова манго, такси, кофе, бюро и многие-многие другие иноязычные слова, у них вообще нет никакого окончания. Даже если очень сильно хочется вот это О и И добавить в окончание, не соблазняйтесь.